оставил здесь вот по периметру свои родные светодиоды, но они, честно говоря, пшиковые, ну так, чуть-чуть можно добавить. Вот. Значит, как включается? Нажимаю кнопочку. Нас тут приветствуют, говорят welcome. Ну, как видите, уже пошла подсветка. То есть вот она пятном сифонит. При этом, смотрите, свечу, например, сюда, камера этого не видит, ничего нет. А здесь мы видим, что пятном подсвечивает. То есть это инфракрасная подсветка. Вот. Сам процесс видео частично уже показывал, покажу еще. Единственное, что сейчас ставлю эксперименты с вот этой линзой, меняю. Сейчас поставил вообще самую широкую. Где-то 40 градусов она дает. Вот. То есть, если вот куда-то там на бег направить, уже пошире, поинтереснее смотрится. Ну, при этом, как вы видите, моргает красная, идет запись. И все сохраняется. То есть, вообще шикарная вещь. Вот, выключаю подсветку. Видите, пятна уже нет. Вот я сейчас через две камеры смотрю. Пятна нет, потому что подсветка выключилась, а видеорегистратор выключится через минуту. Это его настройка такая. Вот. Ну, доступ к кнопкам понятно. Вот это все разбирается на винтах. Вот. Сделано все из ПВХ. Легкое, надежное. То есть так, чтобы легко бахнуть, то не получится. Не боится воды. Можно покрасить нитрокраской. То есть вообще в идеале все сделать черное, чтобы не бликовало. Вот. Значит, вот одна штукенция моя. Но, скажем так, кстати, до этого будет ролик идти. Вы его уже, наверное, посмотрели о том, как я это все делал. По сути, из такого вот материала с помощью вот такой вот штуки незамысловатой канцелярского ножа и металлическая линейка обязательно. Вот. Клеится обычным суперклеем. Самым каким-нибудь дешевым. Что еще? Что еще? Значит, вот когда включаем, естественно, экран издает свет. Вот он засвечивает руку. Видно, да? Светится рука. Естественно, он вас в темноте выдает вот этим местом. Чтобы на меня сейчас, как говорится, не накинулись и не закусали. Включаю. Сделал я вот такую приблуду сразу, зная, что будут задавать вопросы. Вот такая штука из того же материала. Суть ее в чем? Эта штука, это была примерочная. То есть одеваешь на глаза, подрезаешь ножничками, из картонки сделано. Да? Вот это для лба верхнее, вот это для носа. Щек касается, чтобы закрывать, чтобы по бокам не выходил свет. Вот. Потом я сделал такую сложную хреновину с кронштейнами, с усилительными уголками тоже. Вообще материал шикарный для обработки. Вот. Жесткий, не сгибается вообще. То есть на клею держится. Потом вот так вот отдел наверх. Значит, нашу обрисованную форму. Вот видите, она один в один повторяется. Обрисовал и вырезал канцелярским ножом. Вот. Штуку эту не снимал, потому что можно чуть плотнее к голове, чуть дальше делать, если что, регулировочку. Ну и без нее можно пользоваться. Значит, как она у меня тут крепится. Сделал вот такой кронштейн один дополнительный по бокам, вот по винту крепления. То есть устанавливаем. Берем отвертку, где-то я ее вложил. И быстро это все дело собираем. Так.
Есть. Плохо сделал. Просто на живую зажимаю, поэтому ошибаюсь. Здесь нормально, просто подожму. Вот, вот она жесткая конструкция. Суть в чем? Вот, это для глаз. Включаем. Вот. И пошло. Вот он светит по бокам, нигде ничего не выходит. Вот в чем его суть. Как видите, подсветку не видно. Хотя на камеру чуть-чуть. Все-таки на камеру она видна. Глаз-то не видит, вот я глазом смотрю. Но на камеру чуть-чуть фиолетовая. Вот такая штуковина. Так как она выглядит теперь. Ну, сейчас пару тестов. Ну, чуть-чуть лучше, но все равно плохо. Ну, ладно. Значит, беру прибор. Да, включаю его. Пошел запуск. Вот, как мы видим, в нем намного ярче картинку видно, даже засвечивает. В общем, я с ним сейчас иду туда и буду показывать. Совместим потом картинки. Выключаю свет. Вот. Что я вижу прибором? Что не видите вы. Вы видите только темноту. Вот моя стойка, на которой я снимаю сейчас. Сам себя отсюда снимаю и отсюда. Но с той камеры этого не видно. Я сейчас продемонстрирую выключение подсветки. Вот видите разницу, да? Подсветка выключена. Теперь я ее включаю. Вот. Заодно и проверим, пролазит тут где-нибудь освещение немножко или нет. Но эта линза стоит 40 градусов. То есть она освещает большую площадь, но дает меньшую яркость. Вот, вот моя батарейка стоит. Вот. Включаем свет. Сейчас нащупаю, где он тут. Включили свет. Вот теперь мы должны друг друга видеть. Включаю подсветку. Ну вот, привет всем. Как-то так. Вот. Что я вижу прибором, что не видите вы. Вы видите только темноту. Вот моя стойка, на которой я снимаю сейчас. Сам себя отсюда снимаю и отсюда. Но с той камеры этого не видно. Я сейчас продемонстрирую выключение подсветки. Вот видите разницу, да? Подсветка выключена. Теперь я ее включаю. Вот. Заодно и проверим, пролазит тут где-нибудь освещение немножко или нет. Но эта линза стоит 40 градусов. То есть она освещает большую площадь, но дает меньшую яркость. Вот, вот моя батарейка стоит. Вот. Включаем свет. Сейчас нащупаю, где он тут. О, сейчас. Включили свет. Вот теперь мы должны друг друга видеть. Включаю подсветку. Ну вот. Привет всем. Как-то так.